Привет, мои хорошие, с вами Селена Суэй. И сегодня необычное видео, потому что сейчас оставила меня моя мама, оставила меня одну с малым. До этого я никак одна не могла снимать видео, но сейчас он спит, поэтому я говорю почти шепотом. Слава богу, у меня хороший микрофон, и надеюсь, меня хорошо слышно. В общем, пока маленький мой спит, я попытаюсь снять видео. Не уверена, что может получиться. Если получится, будет супер. Я приготовила для вас DIY, что я собираюсь сделать дальше вот с этими наклейками из фикс-прайса. К сожалению, вот таких наклеек больше уже нет в фикс-прайсе. Если кто-то их найдет, вообще просто урывайте, потому что они закончились. Это была коллекция Шепи Шик, и, к сожалению, все уже. Ну, в общем, у меня остались эти наклейки, и у меня много дома прозрачной посуды. Такие вот стаканчики прозрачные. И вы знаете, у меня есть как прозрачные стаканчики, так и есть и с Микки Маусами, еще там Love написано, Love is. Это я тоже, по-моему, покупала в фикс прайсе, Love is, как и вкладыш из жвачки. Вот, и я люблю вообще пить, вот, ну, как бы у меня мама, например, она пьет с таких простых стаканов, да, я их использую, простые стаканы, без наклеек, только тогда, когда уже все остальные стаканы грязные, и вообще первое, что я беру, это я беру какой-нибудь стакан с рисунком, мне очень нравится, и я решила стаканчики украсить вот этой коллекцией, и один я сделаю в розовом стиле, другой в белом. Итак, приступим. Первый я хочу сделать, вот давно уже хотела наклеить вот эту надпись. Вот я ее, думаю, вот так вот наклею. А на вторую я наклею что-то из этих наклеечек. В общем, сейчас наклею, покажу вам две свои кружечки, что получилось. В общем, сделала две вот такие вот кружечки. Одна, значит, вот такая с надписью. Сюда больше ничего, к сожалению, не помещается, ничего такого маленького. Ну, вот она будет вот такая вот у меня розовенькая. А вторая кружечка вот такая вот получилась. С одной стороны розочка, с другой стороны бабочка. А здесь мне казалось, что прям так не хватает вот этой веточки из розовой серии. Она так немножечко окрашивает симпатично кружечку. И, короче, вот такие вот у меня теперь две кружечки. Попыталась еще сделать на тарелочку, но тарелочка, она немножечко, видите, закругленная, поэтому нужно, чтобы была обязательно очень ровная поверхность. Ну и с другой стороны, как бы здесь цвет есть, а здесь его нет. Я думала, что они прям прозрачные и будут, ну, хорошо смотреться вот внутри, да. Но получается видно, что это изнаночка. Ну а внутрь ее клеить, она как бы немножечко такая, короче, не для того, чтобы с нее есть. В общем, если у вас есть прозрачная посуда, абсолютно ровная, а вот стаканы, бокалы очень красиво можно украсить вот этой вот штукой. У меня еще остались, я думаю, что я еще придумаю, куда зеркала, еще что-то прозрачное найду, бокалы у меня есть еще. В общем, вот такая вот идея, можно украсить стакан. Так что, если вы видите такие наклейки, покупайте их. И можно также прозрачные стаканы купить в фикс-прайсе недорого. И можете сами создать свой дизайн, то, что вам нравится, и пить с удовольствием с этого чай, кофе, соки или воду. Кстати, если вдруг у вас что-то не получилось, то эти наклейки, они легко сдираются и не оставляют следов за собой. То есть вот они сдираются, и никакого липкого, ничего они не оставляют. Так что если у вас не получится, ничего страшного, можете легко снять потом. Ну или оно загрязнится, или что-нибудь с ним станет. Можете легко снять. Если моя идея вам понравилась, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Я пойду целовать мою малявочку. Я с вами прощаюсь, до следующего видео. Пока.